Приветствую вас, и отношения, конечно, вернуть можно, вот, ну, в теории, шанс есть, конечно, вот, хоть и в данном случае небольшой, потому что вы на расстоянии, смотрите, ну, сначала надо разобраться с тем, еще вообще протекает ваша ревность, это первое. Потому что ревность мешает очень сильно, она не позволяет вам быть над собой, она мотивирует вас на попытку все контролировать и прочее, и как вам справедливо. Сказали мои коллеги, что вы не изменились на самом деле, да, что вы в действительности по-прежнему как бы ревнуете, что вам по-прежнему не дает такой мысль о том, что она может с кем-то быть, что она может с кем-то стать. Вот это нужно разобрать, потому что даже если вы сойдете, то в общем-то эти моменты дадут от себя знать снова. Вот. Второе, это то, что вы отношения воспринимаете как, знаете, как, ну как вам сказать, как что-то такое типовое, да, стандартные ошибки, стандартно поступал и так далее. Да, то есть вот такое ощущение, что ваше взаимодействие с девушкой лишено какой-то своей индивидуальности, что ли. Вот. Я не уверен в этом, но есть у меня такое чувство, что вот просто не хватает какой-то индивидуализации, вот, и, соответственно, с этими моментами нужно работать, да, чтобы вы разобрали причины ревности, а они заключаются в том, что человек боится остаться один, не уверен в себе, сравнивает себя с другими людьми, имеет акцентрированное обращает акцентрированное внимание на секс, то есть чрезмерное значение имеет секс, а вот, и имеет опыт предательства в прошлом, то есть, либо там, с родителями, в отношениях между родителями что-то такое было, вот, либо что-то еще. Отдельного момента заслуживает то, что ваши отношения на расстоянии, отдельного внимания заслуживает то, что ваши отношения на расстоянии, соответственно, пока у вас не будет четкого какого-то такого видения того, как вот можете людьми, то вся эта ситуация будет повторяться. Тут необходимо, чтобы вы были вместе. То есть вот, это были четкие сроки. И определили для себя, что пока эти сроки не наступят, вы не будете ничего выяснять, вы не будете вообще ничего требовать и так далее. Вот. Но в первую очередь нужно определить, поработать с ревностью. Вы поймите, пока вам не дает такой мысль о том, что она может с кем-то спать, да, и пока вы боитесь, и пока вам приходит в голову мысль о том, что она может с кем-то спать, ваши отношения обречены на права, причем любые. И если случится так, что девушка с вами опять сойдется, то следующий, в третий раз будет, скорее всего, последним. Вот, имейте, пожалуйста, эту виду. Вот. Так что, психотерапия, Руслан. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.